Кисти повыкручивали, подергали. Прикольно, да, пошатали руку, согнув локти ее. Не, в локти согни так немножко. И покрути. Вот так вот. И за запястье тоже. Вот так вот. Ага. В локтях, Сгибайте, да. Вот мышцы трясутся, видите, как расслабляются хорошо. Ай, молодцы. Так. Мерз в плечах похрустывает. А это мобилизация называется. Ну, это мы дальше, это шестой день нашего занятия. Да, еще вот такой. Да, вот такой вот еще, когда мы руку растягиваем, ну, это по очереди придется сделать, да. И, не сюда, не вот в этом движении. Вот тут держи, растягивая плечо, это мы плечо именно растягиваем. И вот в ту сторону, лимфу уводя подмышечную зону, да, вот туда. Ага. Вот, отлично. Теперь меняемся. Досадиться тут не обязательно. Это такое быстрое движение. Тоже вот такая растяжка. Пойдем и постукиваем. Да. Похлопывание заканчиваем. Постукивание. Какие-то там вибрации и встряска. Итак, дорогие друзья, небольшой нюанс хочу сказать о том, что вот в массаже можно добавить так называемый релизинг. Ну, это взято из миофасциальный релизинг. Мио – это мышцы, мускулатура по-латински. Фасция – это фасция. А релизинг – это как бы отпускание, расслабление. Смысл его в чем? В том, что мы, когда долго тянем мышцу на растяжение, да, она потихонечку отпускается, и тут важна ваша чувствительность пальцев. Об этом сейчас скажу, да. Но немножко хочу отойти, так как бы, ну, общую картину нарисовать. Вообще миофасциальный релизинг – это целая наука, это отдельный вид массажа. Он отдельно делается, там надо много что знать. Но мы делаем для больших групп мышц. Это как небольшое такое растяжение. То есть вот, например, растянули ему плечо. Вот немножко так вот подержали. И можно помочь себе. Вот так вот рукой немножко растягивать. То есть это мы плечевые мышцы растягиваем. Тянутся, да? Вот. Ну, например, когда мы ноги делали, смотрели мои другие ролики, да? Вот мы. Нет, согни. Вот мы тянем его мышцы здесь и задние. И вот тут тоже полностью растягиваем, видите? И вот так немножко держим. И небольшой массаж можно сделать. Коленки покрутить. Там щелкает. Стопку так немножко назад вот так вот. Побольше повыгибать. Вот такое, оно такое полустатическое получается, такие приемы. Вот так вот мы поставили ногу, выпрямив почти, ну как это, 120 градусов, наверное, получается. Ты хочешь показать, где тянется, да? Угу. Вот тут тянется. Вот, чтобы усилить текучесть, я, смотрите, не в коленку упираюсь, а в берцовую кость. А здесь упираюсь вот в эту вот подвздошную кость, идет, да, гребень подвздошной кости, вот так вот мягко кладу ее между подушечками своих вот этих вот ладоней. И, соответственно, растягиваю в разные стороны. Здесь тяну туда по диагонали, а тут вот туда. Например, движение разное. Вот, тянется, да, чувствуешь? Так статично, ну, 10 секунд максимум достаточно. Вот, потом растянули пятку, взяли пятку, да, на стопу, вот так натянули на себя. Это мы растягиваем все мышцы задней поверхности. И упираемся в бедро. Ни в коем случае не на коленку, чуть выше. Вот, тянется. Угу. Отпускаем медленно. И то же самое было, когда, вот перевернись, пожалуйста, животом вниз.
пупком в ад, попой к солнцу. Вот. Когда мы кладем руку тут, растягиваем ногу. Вот так вот. Медленно тянем. Потом мы делали вот так вот. Ну, он слишком гибкий, у меня тут не тянется. Тогда попробуем в другую сторону. Вот так вот поворачиваем, да? И стараемся пяткой дотянуться до уровня большого вертела бедренной кости. Тянется у тебя? Угу. Вот, медленно. Не перестарайтесь. Старикам такое, конечно, вы не сделаете. У них такой подвижности нету. Ну, примерно за 60 лет там уже редко кто за собой следит, спортом занимается. Так. Переворачиваюсь обратно на спину. У них много приемов, я все не буду показывать. Это просто такие некоторые техники, которые интегрированы в наш массаж БТМВМ, мануальный массаж. Потому что у нас сразу идет воздействие на костно-связочный аппарат. Мы подготавливаем тело к следующим манипуляциям мануального терапевта. Так, что еще хотел показать? А, ну еще можно вот так вот, без давления, растягивать мышцы. Вот здесь растягивается. Да, вот эти вот паховые мышцы тянутся. Вот здесь прям сильно вырвались. И не только здесь, да, вот ты правильно показываешь, еще здесь тянутся, а еще есть мышцы, те, которые находятся в брюшине, вот там внутри. Но здесь их не видно, вот давай на схеме покажем. Вот этой. Вот видите, разрезан таз, живот отсутствует. И вот эти мышцы позвоночно-бедренные, получается, они от позвоночника идут, от всех пяти позвонков поясницы до бедра. Они отвечают за какую работу? Они отвечают за отвод ноги вот так вот, в эту сторону. И, кстати, до них вообще редко кто добирается. Попробуй не сопротивляться, поднимай ногу вверх. Вообще не может сопротивляться, потому что эти мышцы, никто на них не обращает внимания, особо никто не развивает, даже спортсмены. Можно их, вот уже давайте перейдем немножко к такому, к релизингу, вот этому. Как он делается, сейчас вы попробуете. Вот берете, находите какую-нибудь мышцу, да? Например, вот эту вот нашли, да? Схватили ее, вот так, и вот так. И... сам не подсмотрел их. И немножко так вот растянули. Растянули и держим, зажали. То есть пальцы не скользят, видите, это не массаж. Это совсем другая техника. Скользят, и вы пальцами чувствуете, как она потихонечку начинает расслабляться. Ну, разные мышцы с разной скоростью расслабляются. Где-то там достаточно 10 секунд. Ты почувствовал что-нибудь? Угу. Вот сначала напряжение, потом расслабление. Да, сначала напряжение, потом расслабление. Вот, например, часто жалуются вот эта вот точка боли, да? Помните, он говорил, что мы там, ну, вот руку человек не может поднять, там, он жалуется, там, мы его массировали, точки жали, да? А можно вот так тоже, вот мышцы нашли, держим ее и растянули, и закрепили вот так. Ну, я долго не буду держать. Произошло тут что-то. Так, и вот сюда берем. Вот тут позволю, покажу. Вот эти вот мышцы, про которые я говорю, да, до них тоже тяжело добраться. Вот смотрите, где у нас вот это идет гребень подвздошной кости, да. Мы туда поглубже залазим, только так немножко ткань натягиваем на него. Потому что вы им поздно можете прижать, если напрямую давить. Так немножко туда. Туда входим вниз. Внутрь и давим на себя. Расслабляйся, расслабляйся. Может быть, в первый раз больно. Потому что не больно. Бывает больно. У людей с толстым животом, конечно, такого не получится. Но вот потихонечку эти мышцы расслабляются там в глубине. А ты чувствуешь, да? Они сначала напрягли, потом расслабились. Вот. Ну, обычно хватает так потянуть минутку. Ну, может быть, в сложных случаях там 5 минут, 10 минут. Но есть остеопатия, такая наука, крайне-сакральная там терапия. Они
вот это вот делают вообще там под 30 минут даже, вот так представляете, вот тянут и потихонечку вытягиваются фасции, все тело, все организма выстраивается, таз, позвоночник на место. Там много приемов, просто как бы для общего развития вам показываю, что у них такая работа практически статичная, но потеют, кстати, еще как. Вот так вот долго напряжение держать, или когда череп, например, тянут. Вот, а сейчас мы с вами отработаем вот то, что я уже показал, да? Вот найдем мышцу, вот так вот ее растянем. Найдем мышцу, любую можете найти. Вот эту, например, да? И поперек ее растянем. Вот растянули и ждем. Почувствовал, да, скажи? Вот. Вот, скажи свое мнение, это же, вот видите, мы делали не массаж, вот это вот не натирание такие глубокие, да? Даже смущился сейчас от этого, да? Потому что уже произошло до этого. Такой кайф, расслабление, да? Да. А что произошло, когда я тянул? Сложно описать, как будто немножко оно натянулось, и вот после этого моментально начало расслабляться. Такое облегчение, что ли, вызывает, ну, не за напряжение в руках. Да, да. Для многих мышц достаточно 10 секунд буквально. Вот. Давайте это сейчас потренируем. А если вы нас смотрите в записи, то очень много теряете, потому что вы все-таки недополучаете эти знания, не получаете эти навыки, не превращаете их в жизненную практику, не внедряете в жизнь. Напрасно. Приходите на мои тренинги. Олег Алавгудвин.